Еще раз добрый день. Рады приветствовать вас в Христианском социальном центре «Новое время». Сегодня я хочу поделиться с вами интересным словом. Я продолжаю читать из послания Иакова, 1 глава. Здесь написаны такие слова в 19 стихе. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова и медленно гнев». Эмоциональность – это бич нашего современного общества. Сегодня 90% людей, которые сидят в тюрьмах, если задать им вопрос, почему они здесь, они вам скажут, это ошибка. Но это не просто ошибка. Это ошибка, которая последовала за их эмоциональными какими-то решениями. И я хочу вам сказать, эмоциональность – это неплохо. Эмоции нужны, эмоции важны. Эмоции помогают нам воспринимать окружающую нас обстановку. Но эмоциональность – это плохо. И Библия говорит, совершенно Слово Божье говорит нам, будьте скоры на слышание, нежели на слова и на гнев. Друзья, нам нужно научиться с вами слушать, нам нужно научиться слышать. Я хочу вам сказать, обращаясь к мужьям, мужья, послушайте ваших жен. Жены, не спешите сказать какой-то ответ, просто услышьте. Хочу обратиться к детям и подросткам. Не спешите говорить о том, что ваши родители вас не понимают. Постарайтесь послушать. Не спешите, и быть может, тогда вы услышите то, что хочет сказать вам ваш оппонент или ваш собеседник. Быть может, тогда вы услышите то, что по-настоящему изменит вашу жизнь и поможет вам. Быть может, вы услышите то, что действительно благословит вас. Бог хочет благословить нас. И самое лучшее благословение Он скрыл в Библии. Итак, еще раз. Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова и медленно гнев. Давайте примем эту мудрость со смирением, и она поможет нам. Да благословит вас Господь.